Военная автомобильная техника – составная часть почти всех подвижных комплексов вооружения, а водители – одна из самых массовых специальностей в армии. Именно подготовкой таких кадров занимается организация ДОСААФ. Нашей организации предоставлено такое право. Хочу сказать, что не всем организациям Республики Беларусь разрешено обучать. Для этого необходима очень серьезная учебно-материальная база. Ну и результаты. Не подвести родителей, с честью отдать долг родине и повысить профессиональные качества. Такие задачи перед собой ставит Владислав Курильчик. Ефрейтор уже больше 2 лет в армии. Прибыл на сборы для получения категории D и с уверенностью утверждает, почему выбор пал именно на нее. Очень важная, ответственная, самая высшая получается категория, перевозка людей идет. После чего будет закреплен автобус для перевозки личного состава. В Бобруйск ежегодно прибывают солдаты-срочники со всех структурных подразделений Вооруженных сил Беларуси. Здесь готовят на категории Е, Д и С. Обучение начинается с теории. Ребятам подробно рассказывают о всех нюансах вождения крупногабаритных военных машин. Ну а самая интересная часть занятий – практика. Солдаты уже на деле применяют теоретические навыки. Наша школа выпускает практически 100% военнослужащих срочной службы с водительским удостоверением. Все они идут после нашей окончания школы, садятся в войсках на большегрузные автомобили и продолжают службу. Уже сегодня солдаты активно приступили к занятиям. Впереди рутинная, но очень ответственная работа. Ведь за высокой готовностью транспортных подразделений и налаженностью технического обслуживания работа тысячи автомобилистов. И одно общее дело – обеспечение функционирования масштабного, в том числе с точки зрения транспортной логистики, организма, армии. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.